А почему кобель кроличья такса Юля лает на чужих детей на улице и не дает себя погладить? Но вообще я никому не советую разрешать свою собаку гладить. Прежде всего потому, что очень большому количеству взрослых собак это не нравится. Ну, встаньте на место своей собаки. Ну, как бы понравилось ли это вам? А я разрешаю, если мой пес, ну, там, например, мы едем в лифте, ребеночек смотрит, мама или ребенок спрашивает, можно ли погладить. При этом я вижу, что мой собакин охотно виляет хвостом, к нему тянется, я разрешаю. А, например, Джек Рассел, он никогда не любит, чтобы его кто-то чужой трогал. Вот, и ну, я и не разрешаю, даже если мне очень нравится ребенок, я всегда благодарю, спасибо, что спросили, но нет. Это ошибка, полагать, что любое поглаживание собакам приятно. Даже им бывает неприятно от хозяина. Точно так же, как и нам. Нам нравятся прикосновения близких нам людей, там, ну, не знаю, массаж, например, но мы не хотим его получать, когда мы заняты каким-то делом. Когда мы там работаем, ведем машину, торгуемся. Нам приятно это в уместной обстановке. Тут собаки то же самое. Если вы лежите, смотрите телевизор, ей приятно ваше оглаживание. Если вы гуляете на улице, то лучше собаку похвалить движением, голосом и кусочками еды. Она совершенно не хочет в этот момент гладиться, да? Она хочет быть собакой. И точно так же еще и тем более с чужими. Детей, прежде всего, собаки часто не очень любят, потому что они выделяются, они достаточно быстро двигаются, резко двигаются, опять-таки, прочитайте сигналы примирения, поймете, почему. Они начинают их не понимать, они непредсказуемые, ну и собаки их так многие недолюбливают. А потом это выливается в какой-то формат лая, либо страхов, либо возбуждения. Поэтому первое, что ну, не надо вам общаться с детьми и гладить с собакой. А второй момент, если есть какие-то свои знакомые дети, дети знакомых, то обучите сначала ребенка сигналом примирения, чтобы он успокаивал собаку. Да, сейчас не буду рассказывать, это можно прочитать. И второй момент, пусть он замирает по сигналам примирения, протягивает какие-то лакомства и дает вашей собаке обнюхать себя, съесть эти лакомства. Так станет немножко получше.